Да, вот иду собеседование, правда, компания какая-то странная показалась. И что в итоге тебя взяли? Ну, сказали, что перезвонят. Ну, как обычно. Да, ну, надеюсь, наберут, потому что я сейчас на мели. Чувак, я сейчас перезвоню. Алло, чувак, я походу телефон нашел. Ого, а что за телефон? Айфон какой-то. Фига себе, круто. Да и что теперь делать? Ну, можешь вернуть или продать, или мне отдать. Не, с одной стороны, мне деньги нужны, а с другой стороны, жалко типа, который потерял его. Ну, хз, думай сам. Так, объявление создал, отлично. А теперь к новостям. Сегодня было зафиксировано, как молодой человек взял себе утерянный телефон и даже не подумал возвращать его хозяину. Как стало известно, этот телефон был подарком на день рождения 13-летнему мальчику. В связи с утратой телефона у него случился нервный срыв, и сейчас он пребывает в больнице. Как говорят родители, это был самый дорогой его подарок в жизни. Да как так? Этого не может быть! Откройте, это полиция! Да ну нафиг. Алло, чувак, я его верну хозяину. Давай. Алло. Да, Виктор Степанович. Да, решил вернуть. Понял, завтра оформляем на стажировку. Хорошо.